я иду по Рубинштейна, полный грусти и печали. Народ просто тупо спивается, без всяких музык, без всяких просветлений. Соответственно, такие ж лица, такие ж мысли у них. И вдруг я обнаруживаю, где играют еще на гармошке, да, на живой. Похоже, там пауза. Музыканты отвлеклись. Заведение красивое. Вот такое вот. Вот там гармошка, все. Но, ребята, я вам скажу простую, страшную весть, что ценник билета входного в это заведение, ценник очень конский, несмотря на то, что стоит у вас Патриот всего лишь. То есть, чтобы посидеть, вот 48, джаз-бар, ценник такой, что вот этот бар, где я был, ну, я сейчас рискну туда зайти, ну, если я не вернусь, значит, меня продали на органы, короче. Я могу так вот вам послушать. Вот оно, 48 час, короче. Это ресторан в ту сторону, а это бар, короче. Я бы не сказал, что что-то прям такое крутое по сравнению с этим Сайгон на порядок выше просто по энергетике, ну, как бы, увы, а. Зато тут можно посмотреть на красивые груди полуобнаженные, на прочую натуру. Ну, это все как бы уже совсем не для пипла, короче. Я единственное удивляюсь, что почему технику не попал, а потому что нет. Рок-н-ролл мертв, все как бы. И везде фанера, везде вот перебивает она вот просто. Вот с той стороны что-то матюгальник херачит. Вот такие вот, ребят, дела, короче. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.